здесь решили собраться. В Питере есть такое мероприятие, называется квадропикник. И там ребята собираются, летают, смотрят новые дроны, либо еще что-то. Вот мы решили примерно что-то такое же устроить в Москве, чтобы тоже была такая возможность встретиться, что-то обсудить. Хотим полетать на новых дронах DJI Mavic 3. DJI Mini 3. Взяли с собой также глушилку. Нам производители любезно ее предоставили на тест. Хотим посмотреть, что будет, когда Mavic 3 остается без спутников и без сигнала управления. Сможет ли он сам вернуться домой исключительно по камерам? Вот есть предположение, что сможет. Она действует и на другие дроны, на любые дроны, которые летают при помощи сигнала GPS. А это практически все дроны, и также на частоте 2,4, 5,8 ГГц. Кто конкретно производитель, сказать не могу, потому что попросил не называть, да. Это спектральный анализатор. От 35 до 6200 МГц. Вот она 5,8 глушит. Ага, ну слабенько. А здесь вот GPS сделаю от 1200 до 3,3 frequency. Так, старт. Ну, нормально. Стоп. 3. Пусть 3 будет. 1000 мегагерц. Вон, вот это вот глушит Wi-Fi. Ну, 2,4. Вот это вот глушит GPS. Вот смотри, frequency. Да, поставим, значит, центр. 5800. Ты держишь? Да. Отпусти. Отпустил. Вот, смотри, да, сразу да, упало. Да, все увидел. Вот, 5,5, 5,9. Короче, она жестко-жестко шумит просто. Да, да, да. Просто фуфел какой-то пихает в эфир. Да, да, да. Глушит она 5,8, глушит 2,4, глушит GPS. Да, но единственный ее минус, то, что у нее малая мощность, производитель сказал там где-то ватт либо полтора, но можно посмотреть документацию. Значит, мы сейчас будем пробовать глушить штатный Mini 3 этой глушилки и будем глушить Autel Nano. О, вот, да, да, все уже. Да, у нас тут спутники пропало, пропали, да. Связь пропала. Нет, спутники пропали. А, спутники пока пропали. Три палочки. Три, четыре. Связь не пропадает, да, спутников нет, ноль. Ну-ка, влево нажми, полетит влево. Слушается руля, да? Да, руля слушается. То есть она, Макс, руль не глушит, да? Не, она должна, но дрон-то усиленный, блин. Ну вот он падает до трех палочек, но больше... Но руля слушается? Да. Подлетит нам поближе, сюда сейчас мы его закручиваем. Давай. Окей, хорошо, стрелять упорно. Ну то есть даже XQ-шка справляется с усилком? Конечно. Не, ну тут оно не такое мощное, тут всего что-то ватт полтора. Вот сюда вот зависни перед нами, пожалуйста. Вот, вот, да, вот сюда, сюда, сюда. Ага. О, нормально, сейчас попробуем. Давай. Опа. Нет GPS, ноль. GPS ноль, и одна палочка упала. Руль. Вот руль, все рулит нормально. Руль есть, все равно. Зависни, вот, чтобы... А еще ниже давай. Пять палок. Пять палок. У вас одни дырки, это палка. Сам виноват, нечего было усиливать. В сторону. Вертолет сейчас обьешь. Ага. Сейчас я вертолет. Ну вот три палочки. Три палочки стало. Да, спутников есть, ноль. Пробуй. Да есть, есть. Есть управляет. Вертолет пикирует. Сейчас будем пробовать штатные. Так, где он? Вон он. Ага. Мы готовы? Мы тоже. Включил. Так, GPS пропал. Руль есть? Да, руль есть, связи три палки, видеолинк полный. С рулем все нормально. Сейчас попробую подлететь к вам. Поближе. Давай. Так. Подлетел близко. Так. Ну вот совсем близко, да? Вот, сейчас помехи пошли. Сейчас вот хорошо глушится. Две палки уже. Но руль все равно есть. Да, но руль все равно есть. То есть есть фрезы небольшие. Вот, вот сейчас все, сигнал lost.
Все. Ну, то есть, прям вблизи заглушил. А сколько метров до дрона? На метров 5. Ну, он сейчас садится, сигнал по идее. Сигнал появился, будет. Да? Да, он... У тебя... Ты держишь, Макс, глушилку, да? Нет, убрал. А, все. Все, понял. А что, он садиться начал, когда держал? Не садится, он завис и все, висел себе. А что в настройках стоит? У меня... Не, вообще он, если остался без связи и GPS, он должен сесть. Ну, подлети вообще прям вплотную. Ну, можно же настроить, хорошо, что просто зависать будет. Нет, так нельзя настроить, нет. Нельзя так раз? Нет. Он не должен висеть без связи. Хотя, возможно, он висит, потому что так низко. Ну-ка, сейчас я врублю. Врубил. Висит. Получается, у него сейчас ни руля, ни GPS, да? Нет, у меня картинка есть. Нет, вы рулите? Да, руль. Да, есть небольшой, но прям... Видишь, руль есть, а знаешь, чтобы его не было. Ну, подлети ближе. Она слишком слабая. Так я вообще, блин, подлетел. Ну, еще ближе. Максу на голову сяду. Ну да, нет, это бесполезно. Да, давай мы сейчас ему заглушим GPS, и ты нажмешь возврат домой. Ну, хорошо. Ну, жму, ничего не происходит, он пищит только. Заморгал. Return home, вот я нажал. Ничего не происходит, просто висит в точке. Да. Ничего не происходит. Вот еще бы сейчас ветродуйкой в бок ему дунуть. Эта глушилка на самом деле, мне кажется, она вообще не очень хорошо работает, или у нее мощность маленькая, но, наверное, ее хватит только для того, чтобы заглушить стоковый дрон, но даже с XQ02, да, вот мы этот дрон пробовали заглушить, и Air 2, эта глушилка даже вблизи, там, на расстоянии 10 метров, бесполезна. То есть она глушит GPS хорошо, это да. Но управление остается. Друзья, сейчас мы протестируем штатный Mini 3 с пультом RC, DJI RC, тоже с этой глушилкой. Но будем надеяться, что хоть его-то она вблизи заглушит. И опять же, я хочу повториться, это не то, что дело не в том, что глушилка какая-то плохая. Просто она старого образца. Она... Не максимальная мощность. Да, у нее там самая маленькая практически мощность. То есть не надо думать, что если вы там включили FCC, все, полетели, вас никто не заглушит. А мы сейчас пойдем полетаем, проверим, а потом мы, значит, возьмем Mavic 3, вырубим ему в полете GPS и нажмем кнопочку Go Home и посмотрим, сможет ли он вернуться. Другие дроны не возвращаются. А этот Mini 3, он в CE же режиме, да? Да, в CE. А, все. Пойдем. Кому звонить? А, я же с вами пошел, значит, звонить надо. Так, так, все, я лечу вперед на вас, короче, на высоте 10. Все, короче, все. Связи нет. Связи нет. Руля нет, картинки нет, ничего нет. Он полетел домой, смотри, он домой без спутников летит. Да, 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 да. Домой без спутников. Ноль. Так, а давай лети к ребятам. Давай поближе. Прямо вот штагните. Я возвращаю его. Управление, ребят. Давай, лети прям к Максу и близко-близко к пушке его ставь. Да, и опять РТХ, и проверяем. Сейчас посмотрим. Он сам полетел, блин. Опускай ниже, опускай ниже. Давай, давай, ниже. Прям близко-близко подлети. Хорош. Вот, все. Поехали. Лупите. Так, связь нарушена, все. Смотри, что делает. Он сам летит домой без GPS по камерам. Да, вот сейчас да. Связи нету вообще. Mini 3 тоже умеет, как и Mavic 3, получается, летать. Смотрим, смотрим. Да. Снимай, вон, кто-то снимай, раз... развернись. Вот он. Отпускаю. Прилетел сам. Ай, вот. Красавчик, э. Обалдеть, друзья. Вот этого никто не ожидал. То, что Mini 3... без GPS, так же как и Mavic 3, может летать и возвращаться домой. Вот вы сейчас это сами видели. Обалдеть. Ну и сейчас Mavic 3 тоже проверим. Шок-контент. Шок-контент, реально. Я в полном шоке, что хоп, развернулся и полетел домой. То есть он как-то запоминает точку взлета. Он вообще по компасу, скорее всего, и все, по окружению. Да. Смотри, обалдеть как. Вообще.
Значит, он не по траве, потому что по траве не сориентируешься. Он еще по верхним камерам тоже это делает. Макс, а может быть его еще куда-нибудь вдали запулим и попробуем? Давай подальше, да, мы можем, в принципе. Вон над теми деревьями повисни. Все, сейчас спутники найдет, влечу. Так, все, нашел. Все, хоумпоинт есть. Я сейчас полечу подальше куда-нибудь. Да ты за них залети, за ребят дальше. А там деревья есть. Да пофигу на деревья, что нам деревья-то? Блин, вдруг он не увидит их своими этими. Ну отпустят они, они же там сами. Тоже не... Только не туда, там солнце, тяжело будет смотреть. Вон туда, отлети на, той, на тем вот. Деревом. Вот, видишь, он говорит, что туда Сына надо. Христа. Пусть поближе подойдут. Да ты за них залети вот туда. Да он сказал, что там неудобно глушить, ему в лицо солнце светит. Попросить Макса, чтобы он чуть ближе сдвинулся, чтобы было пространство туда улететь. Хорош, хорош. Сейчас вот все, можно лупить. Давай, сейчас говори, что будет. Хорошо. Так, слабый сигнал. Так, пропала связь, серый экран. Все, ничего нет. Все. Сейчас дрон летит вперед ко мне. Ты видишь картинку? Нет, я визуально дрон вижу. Экран серый. Вот, он да. Он поднимается сейчас сам вверх. И он, скорее всего, а что же он делает? Если он, спутников же нет у него. Вот, он домой все. Возвращается. Вот, сейчас. Картинка появилась. Да не. Все, картинка он есть. Да, ща, да, нет, да. Сейчас спутников нету, Макс. Спутники ноль. Сигнал появился. А что он делает тогда? Куда он пошел? Он наверх поднимается. Какая высота возврата? У него РТХ стоит высокий. Не знаю. 200, наверное, вы же ставили, я не знаю. Поставь высоту возврата 50 метров и опусти его. Сейчас, подожди, я РТХ отменю. Че? И смотри, что делаем. Да, да, да. То есть мы как раз с тобой высоту ставили последний раз 250 метров. Он, видать, на 250 метров и пошел. Офигеть, слушай, смотри, он даже без спутников, без GPS висит на месте и набирает высоту. Ну вот опять же, не сравнить с вторым маяком, потому что у него чуть что, сразу все. Нет GPS, нет координат, нет ничего, то есть просто он у тебя падает и улетает в неизвестном направлении. Не, ну то, что это на третьем минике есть, я не знал. Да, поставь лучше 30 метров высоту, чтобы он сильно не взлетал. И мы сейчас посмотрим, как он без спутников. Так, тут автовозврат домой стоял 183 метра. 30 поставь. Ну я 40 поставь, 45. Да нет, 30 нормально. Здесь он никуда не влезет. Русские когда читали-то? Когда уже все разобьет, сломает, потом посчитает. 34, короче, поставил. Сейчас я зависну, скажу, когда рубить. Мне кажется, он пошел наверх, потому что он маршрут уже не смог определить. Все, что у вас? Подлети поближе, нет смысла далеко улетать. Нету, ко мне поближе подлети. Так? Ну, давай так. Давай, все, глушу. Глушу. Она и так глушит. Что происходит? Связь пропала, серый экран. Вот куда-то повернулся и полетел в другую сторону. Да, дрон вообще в другую сторону отпускает. А, он вниз, подожди, отпускай, Макс, его что-то шатать начало. Вот, все. Тут над полем играть хотим, подальше от деревьев. Вот что это сейчас было? Я тоже не понял, он же домой возвращался. Вот после таких вот моментов люди начинают говорить, у меня увели дрон, перехватили, пушки могут уводить дроны. Ничего они не могут, это абсолютно обычная глушилка. Да. Он не сориентировался, подлети к нам поближе, прям поближе, к нам метров в пяти, чтобы он висел. Трекер забыл включить, как хоть и так говорить. Классика жанра. Вань, на нас лети, на нас, на себя. Да. Вот эти их не держу. Так, сейчас. Там заряда уже 23%. Давай сюда. Ну к нам, ну куда ж ты все летишь-то? Вот сюда прям на себя. Налево повернись, 90 градусов налево. Вот они, мы прям перед тобой. Угу. Ну вроде бы я видел сюда. Все, останавливайся. Останавливайся. Пробуем глушить. Прям внутри видеокартинки. Ну вроде бы так же. А тут тоже есть. Так, связь пропала, да. Серый экран. Повернулся в другую сторону, ну тут просто точка, без буквы аж. Ты что делаешь? Ну отпускайте тогда. Сейчас в деревья, главное. Там вот вверх полетел. Пошел наверх. Это он сам сейчас все делает? Он сам летает. Ну давайте отпускайте, ё-моё.
Так, смотри, он полетел, сейчас пошел наверх. И полетел домой. Смотри, он как-то нашел ту точку, откуда можно вернуться домой. А ты держишь его дома? Я держу. Держим, да. Да, спутников ноль сейчас всю дорогу. Это, короче, он сам прилетел. Но картинка есть. Картинка появилась. Ну, потому что вы отлетели. Слушай, смотри, он без спутников нашел. Все, лендинг горит. На посадку пошел, да. Вот так вот сажают дроны. Типа, вот, вот я глушилкой его держу, держу. Но я его не держу, я просто ему глушу сигнал. Отпустил. Обалдеть. Слушайте, он нашел дорогу домой. Он, вот мы сначала не поняли, что происходит, он начал куда-то летать, туда-сюда, но, видимо, он сориентировался. Да, ему нужна была какая-то точка. Он нашел, где он находится в пространстве, и сам полетел домой. Мини 3 Pro, друзья, обалдеть. И не для коммерции, я считаю, лучше просто на сегодняшний день нету варианта. Идеальный. Легкий, тихий. Легкий, тихий, да. Так, что мы сейчас придем. С бустерами, просто сильный, сказка. Мирный, вот молодежный. И с таким пультом, вообще, сказка. Мой. Плюс цена. Ну, а ценник-то вообще адекватный. Да, да. Не, главное, что он легкий, и пульт, и дрон. Дрон вообще копейки весит, то есть по сравнению с... Свяжитесь с нами. Слушайте, ну, я на самом деле думал, что Mini 3 не способен такие вещи. Очень это, конечно, ну, полный шок. Не знаю, хоть как себе второй дрон покупай, потому что иногда Mavic 3 все-таки жалко наматывать на всякие воздушные шары. И, блин, вот на самом деле прям... Обалдеть, очень... да? Да, просто... Сейчас аутель попробуем так же. Мне кажется, аутель упадет. Да, аутель не сможет смотреть. Ну, посмотрим. Ну, может... Никто не ожидал, наверное. Все в чате писали, что Mavic 3 возвращается, что это какие-то фантазии, это нереальное что-то, дискуссия была. Но вот мы только что проверили Mini 3 Pro под глушилкой. Он возвращается. Правда, в некоторых случаях он начинает исполнять какие-то вот такие вот маневры. Я думаю, что он просто визуально ищет таким образом какую-то точку, которую он хорошо запомнил по местности. И когда он уже вернулся в знакомое место, он оттуда уже начинает набирать высоту и дальше уже летит по прямой траектории домой. Без GPS мы его держали прямо вот до приземления. Было спутников ноль, но будет запись с экрана. Он прилетел вот тут метров 30, наверное, здесь с дистанции. Да, я все время держал глушилку. GPS опять же ноль, и те, кто думает, что это плохо заглушили спутники, нет, друзья, спутники точно заглушились в ноль, потому что мы сейчас проверяли другие дроны, они так не возвращаются, они, вот он просто висит, Mavic 2, и все, там жми ты go home, не жми, пофигу, здесь если нажимаешь, вот он без связи остался, он сам, там даже вверх. Нажимать даже не надо, он да, просто сам возвращается. Он начал что-то куда-то раз повернулся, полетел, хоп, рыскает. Раз, а, вон мне туда, поднялся, пошел. Это удивительно. Даже ну, такая крошечка. Искусственный интеллект уже да, в дронах вот, есть. Такая малявочка, и он весит 249 грамм и такие вещи исполняет. Чего говорить про Mavic 3? Ну, Mavic 3 это делает 100%. Ну, протестируем сейчас Mavic 3 еще заодно. Сейчас проверим, как он будет это делать. Можно куда-нибудь отлететь за дерево, например. Он же в него не влепится. Ну, хрен его знает, когда он вот это рыскание будет делать. Слушай, ну мы отсюда, когда выглядит, знаешь, вот это рыскание его выглядело, ну, мягко говоря, ну, опасненько. Ну, неконтролируемо, когда потом, у тебя еще управления нет. Мы-то вообще стики не трогали, понимаешь? Ты его глушишь, а мы со стороны смотрим, он резко поднимается резко вверх, начинается. И потом начинает куда-то вот его шмотылять. И выглядит это, ну... Ну да, но я ждал того момента, если он куда-то там мог бы влепиться, я подпустил. Ну да. А так я смотрю, вроде пока он что-то адекватные вещи делает, в дерево не летит. Я поэтому и задал вопрос, все ли время ты его держал да, или все нет? Время. Потому что мне же отсюда не видно. Все время. Да, я понял. Не, ну все время, потому что когда ты его ловил, там был спутников ноль, когда ты уже ловил его. Это точно он без GPS. Ну, то есть он до последнего, уже пока я его в руки не взял, все равно был ноль. Очень интересный дрон. Друзья, сейчас мы проверим Mavic 3, дай, пожалуйста. Да. Неважно, с нейобустерами, не с нейобустерами, мы его не заглушим точно, ружье слабовато для этого. Но ружье нам в первую очередь дали для чего? Для того, чтобы мы могли дрону заглушить GPS, и посмотреть, от чего он будет при этом делать. Сможет ли он вернуться домой,
либо просто зависнет, либо куда-то улетит к чертовой матери. Вот это очень интересно. Сейчас мы также будем, мы отойдем немного от нас, завесим дрон, я включу ружье. Он 100% останется без спутников, и мы посмотрим, чего он будет делать, когда мы нажмем кнопочку «Возврат домой». Потому что он останется со связью, но посмотрим, можно ли вернуть без спутников дрон этой кнопкой. Что там, вы на связи, алло? Да. Ага, ну подлетайте поближе, вот прям к нам, не надо куда-то далеко, вот прям к нам подлетите, в 5 метрах, чтобы висеть, и мы посмотрим, что он будет делать. Все, хорош. Все, сейчас начинаю, я вырубаю. No GPS. GPS вырубился? Да, GPS вырубился. Управление есть. Ну все, жми возврат домой. Смотри. Что делает? Смотри, пошел. Он пишет, что помехи спутниковых систем, но все равно полетел обратно. Вот он взлетел и пошел. Да. Спутников нету? Спутников ноль. Ноль. Смотри, разворачивается. Что делать дальше будет? Будет приземляться точно так же, как взлетел. Смотри, даже туда же. Даже туда же, где я взлетал, обалдеть. Так, хорош. За деревом, хорошо. Вот за ту березку залететь, да? Пошли туда, чуть дальше отойдем. Макс, а может быть надо встать между пультом и дроном? Не, нам просто надо заглушить GPS. Сейчас хочу посмотреть, облетит ли он дерево, полетит ли он домой. Да. Очень интересно, но я же сам сказал, что не жалко. Окей. Так, датчики же работают. Хорош. Все, так вот, зависаем. Ага. Угу, есть. Так. Будет на стрёме. Да. Готовы? Да. Начинаем. Да. Все, ноль спутников. Потерян связь с пультом, кстати. Потерян связь с пультом, я ничего не могу сделать. Все, темный экран. Вообще потерян. Черный экран. А, возврат домой автоматически. Во, картинка появилась. Пошел. Но связь прям прерывалась. 3 палки, 5. Помехи спутниковых систем. Все равно летит сюда же. Где он там, ага? Все, возвращается обратно. Смотри, облетел. Но ноль до сих пор. Помехи GPS. Пишут, помехи GPS. И типа ноль спутников. Садится немножко не там. Немножко не там садится. Сейчас я ему верну GPS, смотри, что сейчас будет, смотри. Нет, садится, он да? Завис, но хочет сесть. Ну, не-не-не, я, конечно, не буду его сажать, потому что в траву сядет. Ну да. Не-не-не, все, ага. Отключил. Ну вот смотри, он без GPS вернулся. Да, без GPS, и он, нет, более того, Макс, помимо того, что GPS не было, так у него еще не было сигнала, он прям падал до одной палки, то есть за деревом он как-то вот, ну... А, вот ты был как раз на прямой линии между мной и дроном. Кстати, да. Вот в чем дело. Четко были между дроном и Мишей, да, и вырубился даже экран. Да, то есть даже экран погас. Можно попробовать еще раз. Ну давай еще раз, да, за дерево залети. Можешь, знаешь, залететь вон, да хотя бы опять же за это, посмотрим, что он сделает. Ну обалдеть, конечно. Облетает дерево, сам все понимает. Понятно, что он, скорее всего, по трехосевому магнитометру находит в первую очередь направление, куда ему надо лететь. И вот он фотографирует окружение. Он точно это делает не по нижним камерам, потому что тут сплошная трава и рисунка какого-то определенного нет. Сейчас мы, скорее всего, вы только сюда поверните пульт, тогда у вас сигнал не пропадет. И чтобы никто между пультом и дроном не стоял. Да, ну все, мы... Вот вы сейчас точно за деревом. Все, я включаю. Да. Ну, GPS. Нет связи, все, картинка зависла. Черный экран.
Черный экран. И появился. И появился экран, и в итоге и вот он обходит. И он сам полетел домой опять, без GPS. Сигнал. Отпустил, отпустил. Ага. А то я уже не вижу его. Окей, все нормально. Слушайте, ну нормально. Нормально. Видимо, когда есть препятствие между пультом и дроном, да, то да, он получается сильнее работает, получается. Видеолинк, да, получается заглушить. Да, 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 да. Но тем не менее, все равно возвращается. Нет, мы глушим не видеолинк, мы мешаем ему принимать сигнал от пульта. У него экран пульта, полностью, да, 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 газ. Полностью экран газ. Полностью связь терялась. И сразу же потом, как из-за березы он вылетал, сразу же, да, связь, да, появлялась. Да, 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 да. Слушайте, ну а может еще подальше куда-нибудь уйдем, за деревья, вот туда вниз по склону? К воде ты имеешь в виду? Ну не, ну вот сейчас еще 30 метров мы отойдем за деревья и посмотрим, сможет ли он подняться и облететь эти деревья. Давай, пойдем. Давай, давай, давай. Смотрите. Да, вот что, за деревом, за этим. А, понял. Еще левее. Все, понял, понял. Я понял, нормально, за прошу. Нормально, нормально, лети еще. Хорош! Все, 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 хорош. Ох, это очень сложно. Можешь ниже спустись, прям к нам практически подлети. Сейчас мы посмотрим, что он будет делать. Без связи и без спутников. Так, друзья, сейчас дрон улетел достаточно далеко. Метров... Сколько метров? 200 метров, он пишет, 200. 200 метров от точки дом, за деревьями. Вот там вот деревья. И мы сейчас заглушим ему сигнал управления и GPS и посмотрим, а сможет ли он вернуться. Я даже сейчас подсниму, откуда мы прилетели. Так. Мы прилетели вон оттуда, вот деревья, то есть точка дом вон там. А дрон у нас вот он. Сейчас мы ему заглушим сигнал. Начинаю глушить. Да-да-да, окей, я понял. Нет GPS, нет сигнала. Черный экран. Ой, экран черный вообще. Так, смотри, смотри, что делает. Смотри. Без GPS, без управления. Без всего. Он пошел. О, появился сигнал. Сигнал появился, да. Сигнал появился, и он полетел, друзья, опять домой. Я отпускаю, потому что я его не вижу уже. Ну да, 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 да. Он спокойно летит. Все, спутники есть. Да, все, он вернулся домой. Мини-третий, может быть, и не смог бы. Хотя, может, и смог. Не знаю, проверить сегодня уже вряд ли мы сможем, заряда на нем нет. Но то, что делает Mavic 3, это очень круто. Друзья, мы сейчас будем пробовать глушить сигнал дрону Autel Evo Light Plus. Посмотрим также, ну, возьмет ли его глушилка. Это Mini 3, она здесь глушила вроде, я не помню. Вроде глушила. Чуть дальше точно глушила. И мы посмотрим, что он будет делать, оставшись без спутников. Если они нажмут точку дом, сможет ли он полететь сам домой. Давайте попробуем. Так, чуть-чуть к нам сюда подлети, вправее, сдай на 10 метров. Стоп, стоп, стоп. Хорош. Давай, поехали. Глушу. Управление есть, не? Управление есть, две палки, спутников ноль. Ну, жми кнопку домой возврата. Так, нажал. Да не, он никуда не полетит. Ой, а что это он делает? Смотри, подожди. О, ветер. Кто управляет сейчас? Он сам? Да, он сам по ветру. Ну все, его ветром сдувает. А чё ж он по этим по датчикам-то не держится? Сейчас я отпускаю, смотри, хоп. Вот он поймал GPS. Чуть поближе, пожалуйста, подойди. Да, вот он поймал, давай еще пробовать. Он взлетел чуть выше. Кто это? Ты его поднял или он сам? Сейчас я уже. Сейчас ты, а до этого? Очень интересно, блин. Он еще ниже опустись. 5 метров вправо. Вправо, вправо, сюда. Ну, относительно дрона вправо. Не, пониже еще сделано, несколько метров, я хочу посмотреть, что он будет делать.
Все, давай, поехали. Глушу. Спутники пропали. Жми кнопку возврата домой. Жму. Нажал. Должен же было, смотри, полетел вверх сам. Сам полетел вверх. И теперь его тихонечко сносит ветром просто. Домой он никуда не летит. Интересно. А? На высоту РТХ поднялся и все. А какая высота РТХ? Ну там что-то 30 метров. Ну сейчас тут не 30, он метров 10 высотой. Да метров 30, какие же 10, у меня спинок 10. Так, сейчас я отпускаю, и сейчас посмотрим, полетит ли он после этого домой. Так. Так, я сейчас опять начинаю глушить. Он опять остался без спутников. Слушай, он даже на такой маленькой высоте не может висеть по нижним камерам. Очень интересно. Они у него не работают, блядь, камера. Отпустил, он завис. Ну, так себя Mavic 2 ведет. Не, Mavic 2 даже на 200 метрах без GPS висит. Ну, он на такой сейчас маленькой высоте, чё ж он не зависает-то? Ну, GPS пропал. Он висит вроде сейчас. Смотри, на такой высоте он висит по камерам. Высота метров 5. А управление? 10 метров. Управление... Управление полное. Ну да. Нужни возврат домой еще раз. Поднимается. Какая высота? И все, его ветром начинает сдувать. Чтоб прям близко было, хоть как-то мы его заглушим, блин. Еще ниже. А у него FCC не включен? Он изначально в FCC. А, ну все ясно тогда. Сань сам полетел. Отпускаем. Друзья, ну что, мы сейчас протестировали Autel EVO Lite Plus. Ну, я так скажу, в сравнении с DJI, у него, конечно, алгоритм действия... Короче, он не приведет дрон к спасению. Если у Mavic 2 все-таки хоть, ну, он хотя бы зависает на месте, он может висеть на высоте 20-30 метров без GPS, и мы сейчас это тоже проверим, то... Этот поднимается на высоту 20 метров, оставшись без связи и без спутников. И все, его просто сдувает ветром, он потихонечку уходит. То есть, если ваш дрон попадет куда-то, где нет спутников и нет связи, то вы его практически гарантированно потеряете. Mavic 3, Mini 3, DJI, ну, скорее всего, вернутся, потому что они возвращались у нас, даже будучи за 200 метров за деревьями, они сами возвращались. В общем, DJI... Браво, отличная работа. Ну, сейчас мы еще проверим, наверное, самый маленький Autel. Сейчас мы будем проверять также работу алгоритма дрона Autel EVO Nano Plus. Нам интересно посмотреть, что будет, если дрон останется без GPS и, возможно, без связи. Вот предыдущий дрон летал, оказывается, он в FCC, поэтому этой глушилке ему... Его еще сложнее заглушить, чем, например, Mini 3 DJI. Мощность тут, конечно, выше. У этого дрона, я так понимаю, что тоже, видимо, FCC режим, нету там CE. Но мы сейчас попробуем включить глушилку, он точно останется без спутников, и мы посмотрим, что будет, если нажать кнопку возврата домой. А потом подлетим поближе к себе, оставим его без связи. Без управления, без спутников также, и посмотрим, что он будет делать. Алло, на связи? Да, на связи. Вырубаю спутники. Хорошо.
Так, что там происходит? Две палки управления и спутников ноль. Жми возврат домой. Картинка есть. Так, жми возврат домой. Нажал. Вот. Тот же самый алгоритм, он сейчас уйдет метров на 20, и все, и пошел ветром сноситься. Ну да, он плывет по ветру. Просто ветром потихонечку сносится, все. По датчикам он почему-то не висит. Отпускаю. Вот он остановился. Подлети к нам прям близко, как на том. Помягче подойти. Еще немного. Лови. Пониже. 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 Хорош. Хорош. Так, пробуем глушить. Смотри. И себе бабахнет. Что делаешь? Ничего не делаю. Все, связь исчезла. Вот он пошел наверх. И опять его сносит ветром. Все. Отпустил. Ну все, в принципе, все понятно. Друзья, алгоритм точно такой же, как у предыдущего дрона EVO Lite Plus. Он также, оставшись без связи, без спутников, поднимается вот на какую-то, не знаю, задана она в программе сейчас высота, либо она просто в дроне прописана. И все, его просто сносит ветром. Очень странно, почему он не висит по нижним датчикам. Конечно, если сравнивать опять же с дронами DJI, ну, там все намного лучше. И вы это сами все увидите. Так, окей, дай, пожалуйста. Так, вот мы сейчас убираем, в другую сторону направляем. Мы видим то, что уровень сигнала у нас упал. Сейчас отойду чуть подальше. Уровень сигнала еще упал. На частоте 2,420-2,450. Направляю туда. И уровень сигнала сразу же сильно вырос на частоте 2400, где-то 60-70 МГц. То есть он работает на частоте, на той же, на какой работает, значит, линк дронов DJI, вот в этом диапазоне от 2,4 до 2,5. Но мы хотели посмотреть 5,8, да? Но чтобы он туда ушел, нам надо заглушить 2,4, а вручную нельзя переключить, да? Нет, у него еще. А вручную нельзя? У него не показывает. А там есть 5,8 вообще на этом дроне, либо нет? Да, не стоит 5,8. Вот. Вот он излучает, мы это видим. Вот он сейчас, смотри, в городе вообще помех на 2,4 больше. Ну, и если бы у него было 5,8, но он бы его сейчас и включил. Ну, лишь мне не 2, он автоматом прыгает. Ну вот сейчас он должен был включить. Можно попробовать его в воздух поднять, хотя бы метров на 5. Хорошо. Повыше подними еще. Сейчас посмотрим, он уйдет с этой... Не-не, еще выше. Ну, я вижу, что он работает на той же частоте абсолютно. Он с 2,4 ГГц не ушел. 2,450 сейчас примерно частота рабочая. Хотя, если бы он мог переключиться на 5,8, он бы, скорее всего, это сделал. Надо посмотреть сейчас, какой у нас уровень помех на 5,8. Здесь у нас минус 100 на 2,4. Сейчас мы перескочим на 5,8 и посмотрим, вообще он там что-то излучает. Но я думаю, что нет. Так, сейчас мы, значит, частота. Старт сделаем, значит, 5,800. Не, лучше 5,750. Вот, а стоп сделаем 6,150. Так. Ну, я вообще в этом диапазоне ничего не вижу. То есть опорный уровень. Не, пусто. Вообще, куда ни посмотри, в какую сторону ни направь антенну, ничего не будет, никаких сигналов. Вот разве что сейчас включить на телефоне на каком-нибудь мобильную точку доступа, интернет раздать на частоте 5,8, тогда мы что-то увидим. А так она чистая. И дрон
тоже ничего не излучает. Так, ну давайте сделаем то же самое, что делали с теми, с маленькими. Прямо вот к нам лети. Сейчас вырубим спутник и посмотрим, будет ли висеть. Глушу. Не висит, смотри, сносит. Вот так вот дроны говорят, а у нас дрон увели, а ничего никто не увел. Он сам улетел по ветру, вот, пожалуйста. Сделай то же самое, только на высоте 20 метров. Сейчас посмотрим, висит ли он на 20. Проблемы какие-то у него. Я думаю, дело в том, что все-таки трава, и по ней сложно ориентироваться. Потому что в городе я четко помню, как дрон висел на высоте 200 метров, оставшись без GPS. Mavic 2. Это был вроде зум. 30? Ну давай на 30 сейчас попробуем. Так, 30 метров. Висит, да? Ати? Ну вот на 30 висит. Ну понятно, ну 40, попробуй еще 40 и все, и сажай его. Глушу на 40. Спутники упали. Но он висит. Что касается удержания позиции без GPS, чисто по нижним камерам, дрон это делает. И на высоте 40 метров мы сейчас проверили, над травой он все-таки висит. Дроны Autel на высоте 20 метров уже не висели. То есть у Mavic'ов эта функция реализована лучше. Но без GPS, если нажать возврат домой, дрон никуда не летит, потому что, ну, нет у него такой возможности. Только в новых самых дронах DJI, Mavic 3, вот мы проверили, Mini 3, возможность без GPS передвигаться, возвращаться домой, облетать препятствия, она реализована прекрасно. Ну, в принципе, это все тесты, которые мы хотели сегодня провести. И сейчас там вернемся и скажу еще пару слов. Друзья, для достижения отличных результатов по связи для дронов DJI и Autel нашей команды DJI 911 были разработаны платы, которые называются Neo Boosters. Вот это Neo Booster Mini, это Neo Booster Dual. Почему Dual? Ну, по сути, это два миника на одной плате. Таким образом, можно более эффективно отводить тепло, потому что усилок работает по очереди. Вот сначала этот, потом этот. И тепло распределяется по всей большой плате. И мы можем достигать большую мощность добиваться. Значит, вот этот, как я сказал, в пульт, вот этот в дрон. Если это Mavic 3 Sign, то два таких в дрон и один в пульт. Они настолько компактные, что с легкостью вот эти два усилка влезают даже в DJI Mini 3, но пока что он с ними нормально не работает. Мы работаем над тем, чтобы все стало нормально. И у нас еще есть другие платы Neo Booster Mini, а это специально для усиления дронов DJI Autel сделан преобразователь напряжения. Он отличается отсутствием каких-либо помех, он не создает наводки на цепи питания дрона, которые могут вызывать проблемы с GPS. Вот мы проверяли, этот проблем не создает. При этом, в отличие от китайских преобразователей, он может работать с входными напряжениями до 60 вольт. А китайцы, они работают там максимум 25, ну 30. То есть здесь широкий диапазон входных напряжений. И на выходе мы можем получить любое напряжение, но нам нужно либо 3,3 вольта, либо 5. Мы в мини-дронах и в Mavic'ах, значит, используем 3,3 вольта, а в Mavic 3 5 и в Matrice 305, потому что там можно усилок лучше охладить. А вот этот вот преобразователь делался специально под Matrice 300.
чтобы можно было усилки запитывать напрямую от аккумулятора. Там более 60 вольт напряжение, и поэтому тоже был сделан специальный преобразователь. Чего позволяют добиться эти усилители? Какой мощности? Ну, стоковая мощность того же Mavic 3 в CE режиме 13-15 мВт с этим усилителем 1300. То есть практически в 100 раз мы увеличиваем мощность сигнала. Меня очень часто спрашивают, а что же с батареей? Наверное, она будет быстро высаживаться. Друзья, не будет, потому что дрон в полете потребляет 150, 200, 250 ватт, а этот усилок максимум потребляет в Mavic 3 5 ватт. То есть, ну, может, на несколько, там, на 15-20 секунд у вас полет сократится, но вы этого даже не почувствуете. Пульт также разряжаться быстрее не будет. Потребление в пульте вот этим усилком, оно 0,3 ватта примерно, то есть совсем немного. В других дронах раньше мы использовали кулеры, а сейчас не используем, и излучаемая мощность получается около 800-900 милливатт. Раньше я использовал китайский XQ02A, там можно было получить где-то 150-200 милливатт. Дальше они просто сбрасывают мощность, чем пытаешься ее сильнее задрать, тем она сильнее сбрасывается из-за нагрева. Здесь такого минуса нету. Эти усилки специально разработаны для этих дронов и не будут перегреваться, даже если приблизиться к 85 градусам, все равно мощность не сбрасывается. Друзья, сегодня у нас была действительно интересная встреча. Мы не только выяснили, а какой же усилитель лучше ставить в дроны DJI, но также мы узнали много нового о самих дронах. Давайте по порядку. Значит, сначала мы сделали тестовые полеты. Первым полетел Air 2 с протоколом Acusync 2, с усилками XQ02A, который ставил я. Это был самый первый Air, который вообще был усилен аппаратно. Тогда я еще ставил XQ-шки. И что мы увидели? Работает он действительно неплохо. Глушилка его, по крайней мере, это не берет. За дома, за дальние, он залетает. Да, картинка там начинает тормозить, линк падает до одной палочки, насколько я помню, но он это делает, и сигнал не пропадает. Дальше мы проверили, значит, Mavic 3 с пультом RC Pro. Там ситуация значительно лучше, потому что внутри стоят нео-бустеры, не потому что протокол такой шикарный, хотя он неплохой, Acusync 3, но нео-бустеры повышают мощность дрона с 13 до 1300 милливатт, то есть 100 раз, ну, там где-то 13-15 штатные. И он спокойно летает за любыми зданиями, которые здесь есть в округе. Мы залетаем за одно, за второе. Все хорошо работает. Три палочки сигнала управления видеолин. А, ну там мы не видим, да, у нас только вот три палки, мы можем увидеть общие. Они же в DJI Fly убрали эту возможность отдельно смотреть сигнал управления видеолинка. Но три палочки и картинка отличная, вообще без каких-либо задержек. Затем мы подняли в воздух дрон, который усиливал наш дорогой Максим Лорд. Привет тебе, дружище! На батл, к сожалению, ты не пришел, но дрон, усиленный тобой, все-таки на встрече оказался. Ну и что, мы полетели, и в принципе за любыми домами дрон уже, ну, терял сигнал и за дальними домами, и за ближними домами. То есть как только опускаешься, все, сигнал пропадает. То есть это к вопросу о том, а можно ли XQ-шки поставить по-разному? Друзья, можно. Можно поставить так, что сигнал за домами держаться будет, при этом без FCC в дроне. А вот здесь был Mavic 2 с FCC, с XQ02A.
от Максим Лорда, и мы видели, насколько большая разница. Я это все рассказываю для чего и зачем мы вообще все это проверяли, но в первую очередь это не мне интересно, друзья. Я это все давным-давно прекрасно знаю. Именно поэтому я разрабатывал NeoBooster, потому что надо все время двигаться вперед, и XQ-шки уже просто не актуальны, хотя все равно это хорошие усилители. Интересно это в первую очередь нашим клиентам и тем, кто сидит в чате, просто без дронов даже. Все равно интересно, какое же решение лучше. И мы это выяснили, друзья. Надеюсь, этой информации вам будет достаточно. Я не призываю вас идти на усиление только ко мне. Ни в коем случае. Есть много других мастеров, вы всегда можете сделать усиление у них. Но если оно вас не устроит, или вы захотите лучший вариант на сегодняшний день, то, пожалуйста, милости просим, установим ваш дрон NeoBooster. Далее было, на мой взгляд, самое интересное. А мы протестировали Mavic, точнее не Mavic, а Mini 3 с глушилкой. Мы отлетели на нем, повисли над ружьем, и мы лишили дрон связи со спутниками. Нажали кнопку возврата домой, и что бы вы думали, дрон без спутников полностью сам полетел домой. Первый раз он это сделал прям четко, раз повернулся, полетел. Второй раз, когда мы отлетели чуть дальше, там к деревьям, его вот как будто начало куда-то шатать туда-сюда, он что-то делал, мы даже не поняли, что происходит. А потом он раз, как будто бы осмотрелся и полетел опять в сторону дома. На третий раз произошло то же самое. То есть дрон DJI Mini 3 Pro может возвращаться домой без спутников и без сигнала управления. Он это делает автоматически. Но хотели-то мы проверить, мы не думали, что он так может. Мы думали, что так может Mavic 3. Мы проверили, да, он это делает прекрасно. Мы улетели за 200 метров, за деревья, вниз по склону, вырубили ему связь и GPS, и он спокойно поднялся и долетел до дома. Друзья, превосходный результат. Чем вот этим результатом нас не смог, к сожалению, порадовать Autel. Ну, будем надеяться, что у ребят все впереди. Дрончики тоже очень интересные. Конечно, программное обеспечение надо дорабатывать. А так, в принципе, вот чисто железка сама вот интересная. И маленький он, вот мини Autel Nano, он и маленький, у него и датчики есть. Мы, правда, не тестировали их, но я думаю, что работают. В общем, такие у нас сегодня были тесты. И что я хочу сказать напоследок. Обязательно подписывайтесь на канал FPV Mosk и DJI 911. Ссылочки в описании к этому видео. Мы планируем и в будущем проводить такие встречи. На первую встречу пришло сколько у нас? Человек 10, получается. Но она оказалась очень интересной. Мы протестировали много дронов в различных режимах. Это было действительно здорово. В следующий раз мы более тщательно будем выбирать локации, чтобы всем было удобно, комфортно, ну, как в Питере, в принципе, я думаю, что-нибудь такое придумаем. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, если не понравился, ставьте дизлайк. Обязательно вступайте в чат DJI 911 и канал DJI 911 в Telegram. Ссылочки тоже в описании. Все, что мы делаем, мы там рассказываем, показываем, чего никогда не будет на YouTube. И как всегда, друзья, отличных вам полетов!